Минувшие выходные запомнились муромлянам множеством событий. Самым ярким и значимым стало празднование Дня России. Главный государственный праздник 12 июня отмечался с размахом сразу на нескольких площадках. В парке имени 50-летия советской власти и в выставочном центре на Московской, 13. Муромские артисты поздравили горожан и со сцены Площади Победы. В этот день развивались флаги, звучали песни о родине, творческие коллективы воспевали в своих выступлениях любовь к России. Послушать самые душевные и патриотические композиции собрались десятки людей разных возрастов. Этот знаковый праздник, День России, становится важным символом национального единения, признания в любви и преданности родной отчизне.